Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, вы на канале «Строй Гарант Анапа». Сейчас мы с вами находимся в жилом комплексе «Жемчужина». И я вам покажу сейчас обзор 106-го проекта, 2 этажа и 5 соток земли. Поехали! Итак, дом внешне выполнен из штукатурки, внутри полностью чистовая отделка, то бишь коммуникации все подведены. Мы сейчас находимся на первом этаже и, конечно же, я вам покажу планировку. Сразу у нас располагается спальная комната, одна на этом этаже, небольшой санузел 4,5 квадратных метров, совмещенная кухня-гостиная, из которой можно выйти на террасу в 23 квадратных метра. И, конечно же, лестница, которая ведет на второй этаж. Также хочу подметить, что преимуществом, одним из преимуществ двухэтажного дома является то, что на участке он занимает совсем немного места, а по квадратуре выходит очень уютно и просторно. Что ж, не буду вам мешать, приятного просмотра! На втором этаже у нас 3 спальные комнаты и еще один санузел. Две из них это 11 квадратных метров, самая большая комната это 14 квадратных метров. Ну а санузел уже по объемнее, это 7,5 квадратных метров. Для тех, кто не знает, у нас также есть и дополнительные услуги. Вы можете, к примеру, остеклить террасу, либо же увеличить квадратуру другим путем, либо же поставить забор другой, нестандартный, да, не как у нас. Ну и прочие улучшения вашего земельного участка. Подробнее смотрите на нашем сайте. Мы видим, читаем и отвечаем на ваши комментарии, поэтому пишите их под этим видео, либо же задавайте вопросы на горячую линию. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вами был Михаил. До скорого!